Привет, меня зовут Андриан. Я охотник за ошибками, ну или баг-хантер. Мне нравится, что я охотник, но при этом я не бегаю с ружьем по лесу. Я больше предпочитаю формулировку «исследователь безопасности». Я ищу уязвимости программного обеспечения, тем самым делаю его лучше. Меня зовут Ада, и я занимаюсь веб-разработкой. Знаете, раньше говорили, из-под моего пера вышло стихотворение. Я могу сказать, что из-под моей клавиатуры вышел сайт либо приложение. Меня зовут Никита, и я пентестер. Это такой белый хакер. Меня нанимает компания для того, чтобы я протестировал их системы на уязвимости, чтобы настоящие хакеры не могли их взломать. Меня зовут Вика, я DevScaps. Если говорить простыми словами, то я тестирую каждый этап процесса разработки программного обеспечения, чтобы все было максимально безопасно. Когда речь заходит об информационной безопасности, все представляют брутальных мужчин, но сейчас все поменялось, и безопасностью может заниматься такая хрупкая девушка, как я. У нас разные задачи. Разные навыки. Но нас объединяет одно. Информационная безопасность.